Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребятки, я всех приветствую в этом ролике. Мы поедем, потестируем новое казино, поиграем на большие ставки, поиграем в High Dice, поиграем в новые игры, в автоматы там и так далее, и попробуем поднять деньжат. Поэтому видосик обещает быть интересным, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Давайте постараемся в этом ролике набрать 200 лайков, и я вам буду очень сильно благодарен. Но для тех, кто не знает, ребятки, я играю на проекте Amazing RP, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а при старте игры вам, конечно же, поможет мой промокод Полканов, его можно вводить на любом серваке до 5 уровня, за него вы получите 300 тысяч рублей. Я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели! Ну что ж, ребятки, вот оно, то самое новое казино, обновленное, новые игры, новый интерьер, новая система. Я думаю, видосик реально будет интересненький. Попытаемся поднять деньжат, поиграем во все игры, в новый High Dice поиграем, в Dice, возможно, там и так далее. Используем сегодня казино по полной программе, и я готов потратить все свои деньги. Денег у меня, конечно, не особо много, всего лишь 4 миллиона, но я думаю, этого хватит, чтобы поиграть. Вот здесь мы должны покупать фишки, давайте мы это, в принципе, сделаем. Купить фишки. Фишки, одна фишка, это получается 1000 рублей. И давайте купим 4000 фишек, это получается 4 миллиона. И теперь мы можем с радостью и с кайфом просто потестировать казино. Давайте начнем, я думаю, с автоматов, потому что, ну, они иногда тоже дают, конечно, не особо большой плюс, но дают. Так, тут можно ставку повысить, да, давайте повысим ставочку. Давайте полтосик сделаем, не будем сильно много шиковать, конечно. Я думаю, полтосика, в принципе, хватит. Как бы Amazing Jackpot, то есть здесь мы тоже можем поднять баблишко. Не особо много, но шанс поднятия есть, я уже здесь играл, поднимал, темка прикольная. То есть просто обычные такие автоматики, в которые мы можем немножко поднять баблишко. Вот, пацаны, выигрыш 150 фишек, я выиграл, потратил я 50. То есть, ну, темка реально прикольная, пацаны. Я в этом не понимаю, честно, как там и что должно выпадать. Я просто кручу, нажимаю и жду, пока как бы мне высветится то, что я выиграл. И здесь может еще быть джекпот, я так понимаю. То есть, если джекпот выпадает, то, я так понимаю, плюс будет очень большой. О, та ты шоп. Еще плюс соточка, пацаны. Не, ну именно автоматы реально дают нормально. То есть выпадает здесь частенечко что-то. Давайте, последняя прокрутка. И идем уже смотреть другие игры. Как бы не будем именно на автоматах зацикливаться. Темка прикольная, то есть реализовано все хорошо. Все четко работает. Мне автоматы реально нравятся. Но давайте посмотрим все-таки другие игры. Это получается европейская рулетка. То есть красная, черная. И все тусуются именно здесь, ребята. Именно здесь все тусуются, все ставят ставки там и так далее. Давайте вот отдельный столик у нас есть, и давайте здесь попробуем как бы сыграть. В чем заключается суть этой игры? То есть мы можем ставить либо на красное, либо на черное. Если мы угадываем, допустим, поставили 100 фишек, выиграем 200 фишек. Если мы выбираем число, большое именно какое-то число, и угадываем, там, я так понимаю, x4 где-то плюс будет, либо x5. Поэтому, блин, я не успел. Так, красное было... Так, ну давайте на красное поставим, я думаю, соточку. А, максимальное количество фишек это 100. То есть здесь нельзя больше поставить. Я думал, здесь можно больше поставить. Здесь играть можно, пацаны, чисто по соточке. Но давайте попробуем, как бы. Я пробовал, честно, ни разу здесь еще не выиграл. Возможно, на видосе, на ролике у меня получится что-нибудь выиграть. То есть, вот, получается, наша ставка это 100 фишек. Возможно, выигрыш 200 фишек. Сейчас посмотрим, что, в принципе, выпадет. Красное или черное. Выпало красное, пацаны. Не, вот это уже хорошо. Я, наконец-то, первый раз здесь выиграл хотя бы что-то. Возможно, выигрыш 3600 фишек, пацаны. Мы можем выиграть 3 миллиона 600 тысяч. Понимаете, если мы угадаем число. То есть выигрыш реально очень большой, если мы именно укажем число. То есть вы ставите 100 фишек и можете выиграть намного больше. А я поставил на что? На 19. Ёб твою дивизию. Так, 14, да, выпало? Давайте, может, на 16 поставим, я не знаю. Давайте на 16 поставим, попробуем чисто на красное обратно поставить. Хотя, мне кажется, выпадет черное. Выпало число 36. Я понял, да? Ой, пацаны, я не знаю, честно. Я просто, ну, как бы, я понимаю суть этой игры, но я не понимаю, на какое число ставить, как бы, 36 выпало уже 3 раза. 32 выпало,
сука, ты дырявая. Блин, ну как? Ну 34 давайте пробуем. 34 ставлю. Еще должны добавить новые игры, пацаны. То есть это не все, что добавили. То есть казино будет в будущем тоже улучшаться. Бля, я просто деньги сливаю только так, пацаны. Я пока что именно из чисел мне ничего не выпадает, потому что, ну, это сложно, реально. 36 чисел получается, нам нужно угадать. Обратно красное выпало. И 36, понимаете? 36. 36 очень часто падает. Я не знаю почему, но очень часто падает 36. Давайте тоже на пацан 36. Вы просто сами смотрите на шкалу. Вот 36, 36, 36. То есть 36 выпадает реально очень часто. Дайте мне выиграть, пожалуйста. Что это выпало? Блять, как оно рядом, сука. Смотрите просто. Как оно рядом, 36 и 11 рядом. Это вообще пизда. А, я понял, то есть мы можем поставить между. Если мы ставим между, мы можем выиграть 900 тысяч. Я не знаю, как мне ее наебать, пацаны, эту систему. Это просто, я понимаете, поставил уже на 17, там на 16, на 19, на 20. И выпадает просто, 31 выпадает, понимаете? 31, блядь. То есть как мне ее наебать? Я хочу выиграть, дайте мне выиграть, я сейчас все бабки солью. У меня бабок уже мало осталось, дайте мне выиграть, пожалуйста. И выпадает 28 просто. 28, сука, рядом, блядь, обратно рядом, понимаете? Реально, я уже много потратил бабок. Дайте мне, пожалуйста, выиграть. Я вас прошу. Можно как бы бабки немножко вернуть? Меня это просто европейская рулетка сейчас разденет до трусов, реально. Просто до трусов сейчас меня разденет, и я уйду без ничего. Наконец-то просто. Спасибо, спасибо большое. Почему, почему ты меня наебала? Так, ладно, окей. Бля, я не знаю даже. На шо ставить просто? На шо? Почему, почему ты мне не даешь выиграть, сука? Почему, почему? Давайте сюда поставим, короче, я не знаю. Сюда, короче, поставим 4, 5, 8, 7. Играем до талого, пока я не потрачу все, в принципе, свои деньги. И выпадает 34, сука. Я почему-то все равно верю в свою победу. Ну, давайте вот здесь поставлю тоже. На максимум, окей. Давай, родная. Попробуем. Дай бог, чтобы оно получилось, конечно. Ну, попробуем, попробуем, не знаю. Не дает, конечно, ни хрена вообще. Но давайте попробуем. Тройка выпала, блядь. Ну, как это работает просто? Ну, как это работает? Объясните мне, пожалуйста, почему я не могу выиграть большую ставку? Ну что ж, ребятки, я еще поиграл без записи, как бы, но ничего не выиграл, у меня осталось всего лишь 1000 фишек, и я предлагаю потратить их все на автоматах, потому что мне там не дает на автоматах, я хотя бы какие-то плюсы получал. Давайте сделаем ставку в размере 50 тысяч фишек, это получается 50 тысяч, и потратим все наши фишки именно на автоматы, потому что, ну, не дает мне европейская рулетка вообще ничего, то есть не получается у меня выиграть. Возможно, здесь нам повезет, либо хотя бы мы немножко отобьем наши деньги, потому что я не знаю, пацаны, у меня не получается в европейской рулетке что-то выиграть. Вот здесь хотя бы мы как-то выиграем, хотя бы что-то, понимаете? Там просто шансов нету. Мне ничего не выпадает. То есть, если ставить там красное-черное, возможно, я могу еще выиграть, а именно на число определенное у меня не получается. Вообще никаким образом я ни разу не выиграл. И меня это очень сильно раздражает, поэтому давайте наши оставшиеся фишки сольем именно на автоматах. Возможно, здесь реально есть джекпот какой-то, и мы сольем куш. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Да, ребятки, ничего просто не падает. Ничего. В хайдек, кстати, в дайс вообще никто не играет. Ну да, пацаны, автоматы, конечно, не та игра, где можно поднять миллионы, но ладно, попробовать, в принципе, стоило. Ну а вдруг бы реально джекпот сорвали бы, было бы реально интересно. И все, пацаны, все, это слив, у меня осталось 25 фишек, то есть больше у меня ничего, в принципе, нету. В целом могу сказать то, что сами системы очень классные, интерьер реально пиздатый, то есть мне прям все понравилось. Все реально классно. Люди как бы есть, люди играют. Играют все именно в европейскую рулетку. То есть в автоматах никто не сидит, а именно в европейскую рулетку все, в принципе, шпилят и пытаются здесь поднять деньжат. Ну что ж, дамы и господа, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. Я вам показал новое казино, новые игры, новые интерьеры. Я потратил все свои деньги, поэтому я надеюсь на вашу активность, на вашу поддержку. Да, сумма небольшая, 4 миллиона, но как бы что у меня было, на то как бы я и играл. Поэтому сильно строго не судите. Как бы в названии все правда, я сыграл на все свои деньги. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте уведомления, потому что я планирую снимать ролики каждый день, планирую стримить каждый день, поэтому ничего не пропускайте. Подпишитесь на канал и давайте на этом ролике постараемся набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Вся подробная информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить мой промокод. За него получите 300 тысяч рублей. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.